Всем привет! Сегодня будет два расклада. Один я уже выставила вам на премьеру, что будет тема такая. Была ли ошибкой ваша встреча? Такая тема. В 7 часов вечера. Ну или у каждого, свое время. То есть, если вас интересует точное время, вы нажмите, пожалуйста, и на ссылочку. И там показан таймер. Там сколько осталось до премьеры. Ну, если вдруг кто-то не знает. Даже кто-то спрашивает, что не открывается, пожалуйста, на ссылочку голубенькими значками жмите, а не на картинку. Картинка не открывается. Так. О чем я? О том, что, читая ваши комментарии, был запрос, что, пожалуйста, сделайте о том, что он осознал. Что он осознал. И смотрите, в принципе, давайте посмотрим. Не столько, что он осознал после разлуки, как я понимаю, ну или после каких-то ваших там происшествий в вашей ситуации личной. Может, вы просто поссорились, разбежались, тоже так может быть, надулись. Но я хочу сделать именно о том, что надо бы было осознать действительно, как с одной, так и с другой стороны. Потому что если отношения, это, понимаете, двусторонний порядок. Это не в одностороннем. То есть, что для вас и что для него. Что надо, как бы, в этих отношениях понять, было или есть. И что человек, в принципе, понял. Также вы, так и он. Второе, ретроспектив и шаманский исцеляющий оракул у нас сегодня. Если вдруг что, то я еще... Ну, колоды под руками, все как всегда. Так, на шаманском я сразу беру вопрос, что в этих отношениях надо понять одному и другому. Отношения, они всегда подразумевают рост личности. В том, в другом, как бы, смысле, но всегда рост. Человек должен осознать что-то. Понять, осознать, открыть, продвинуться. Для себя уяснить. Ну, может быть, и для общего блага. Ну, как-то так. Ну что, поехали. Что надо понять для женской стороны и что надо понять, осознать для мужской стороны. Это все я буду добавлять. И сейчас мы пойдем обычным путем. Посмотрим, кто вы, кто он. Кто вы, кто он. И что между вами. Посмотрим. Также чувства друг дружки, мысли друг дружки, что там происходит. Так, не открылись мы их обратно в колоду, раз они не открылись. Случайно. Как-то так. Потому что чего-то зацепило меня как-то так. Вот захотела я еще сделать вам сегодня такой расклад. Так, вы, женщина, кто вы? Мужчина. Так, пошло 4, пусть будет. Что между вами? Ладно, это надо бы было попозже, чтобы в случае чего не путались у меня. Итак, вы... Тяжело вам, тяжесть несусветная, как-то вы все это дотаскиваете, хотели бы сбросить.
эту тяжесть, хотели бы сбросить и что-то, ну, как бы по-новому пойти, воспылать чем-то. Тут, может быть, знаете, угольки как-то вот костер догорел, угольки остались, но можно подбросить дровишек и все как бы вспыхнет по новой. Вы тут очень сильно разочарованы. Разочарованы вообще этим путем, этим желанием. Есть это желание, действительно. Но может быть вопрос в том, что она дали. Потеряна ли или, возможно, отпустить, совершенно отпустить? Что вы думаете по этому поводу? Думаете, что карта Мир опять же подтверждается, надо ли закрывать ли или отпускать, может быть, все, конец, и идти в новое, может быть, вот как-то так, воспылать совершенно, ну, как бы. Ну, вот такое сочетание может говорить именно о дровишках. Все-таки в душе огорчение осталось, и вы бы хотели как-то подбросить туда, может быть, только для того, что в костер я имею в виду, может быть, только для того, чтобы, ну, вот уяснить для себя конкретно какой-то вот вопрос, который вас грызет изнутри. Может быть, вопрос прощения, может вам просто по эмоции, по сердцу вот такая обида, такая какая-то боль, что эта боль вас держит как крючком, и вы бы хотели эту боль отпустить просто-напросто. Ну, как-то так. А самой вам, ну, не получается это сделать. Тут еще может быть расстояние, интернет, все может проходить по этому, как бы вопросу. Но смотрите, если карта на вас, что вы хотите? Вы хотите цельности. Вот именно цельности. Ну и, возможно, поэтому закрыть. О, что вам надо осознать? Вообще высшее творение. Божественный глаз творения. Хо-хо-хо. Две птички, две души. Ну, сейчас будем дополнять. Ладно, сейчас будем дополнять, будем спрашивать ваши мысли, ваши чувства. Как-то так, давайте мужчину посмотрим. Он король мечей. Пажик. Он будущее, а он отложил что-то на позже, ж ты мой. А я бы сейчас не говорила, что он побежал прям в будущее, потому что, в принципе, он король мечей, довольно-таки закрыт. Он не спешит, как бы не разбрасывается другими отношениями, но он смотрит в отношения, в перспективу, вообще в перспективу. Тут может быть между вами действительно некое расстояние, но это перспектива любви на будущее. Он, скорее всего, может быть, тоже хотел бы поговорить или выяснить какие-то вопросы. Если вдруг все-таки вопросы бывших, потому что король мечей может указывать на это, и тем более вопросы детей уже лежат возле него, то он может подумывать о том, что, а как быть в будущем вообще, как быть в будущем, вот, ну, как общаться, как с детьми, вот может у него такой вопрос стоять, тем более не забывайте, людей смотрит много. Человек может быть как вашим бывшим, вообще мужем, действительно расстались люди, долгая дорога, и может быть как и законным, так и нет. А с другой стороны, может просто человек вот такой бобыль, сам по себе, он вообще никуда не, ну, как бы этот человек не очень спешит вступать в отношения или узаканивать, ну, как-то отношения. Ему ближе все-таки с его личностная свобода. Ну, как-то так. Хотя о вопросах любви он задумывается о том, чтобы, в принципе, ему было, ну, хорошо. Ему было хорошо. Да, десятка мечей. Что? Да ничего, болезненная ситуация между вами, боль. Боль, страдания, конец, конец. Что ему надо? Что ему надо осознать? Новое начало. Перерождение, птичка. Ну что, птичка невеличка. Итак,
Давайте мы ваши мысли, чувства пока, потому что хочу уточнить еще чуть-чуть такие недвусмысленные, я бы даже говорила, довольно-таки обширные карты, ну, такие серьезные выпадают. Божественное время для вас. Может быть, чтобы вы время не теряли или не растрачивали попусту, определяли свою жизнь в новом направлении. Ну, как бы давайте сейчас. А для него осознать новое начало, перерождение, что пришло время посмотреть на мир, ну, как бы приходит, ну, переродиться вот из гусеницы в бабочку, как-то так, найти свои крылья, понять, возможно, в чем смысл, может быть, что не только, к примеру, о своей любви или чтобы ему было хорошо, а подумать, что вообще найти свою, ну, как бы пару, ну, как-то так, о любви. Ну, тут новое начало. Сейчас посмотрим, в отношении ли конкретно вас, потому что у вас тут идет такое, что вам нужно осознать. Божественное время, сакральная энергия. Божественное время, сакральная энергия для него. Новое начало. Ой-ой-ой-ой-ой. Он даже не вылез. Так сказать, еще тут в этой колоде есть. Он тут пока под землей ползает. Он тут пока под землей ползает. Ух ты. А у вас не только, смотрите, тут ничего себе, у вас такая злость, карта злости выходит, осознание. То ли действительно вы его вот так ужалить хотите смертельным своим укусом, ну как-то так, нанести ему болезненную рану, ну что-то у вас внутри очень сильно засело, вы это не отпускаете, и это у вас возникает как бы реально злость. Эту злость вам надо осознать, понять, не терять божественное время и открыть сакральную энергию. Сейчас понимание, что же у него. Так, тут, по-моему, более сложно. Более сложно, чем я предполагала, потому что у вас этот болезненный процесс, а ему надо осознать, почему вам так болит. У него прощение идет. И, скорее всего, это его якорит вообще по жизненной силе, просто затягивает его куда-то, ну, так сказать, все на. Он летать не может, пока он это не поймет. А вы, пока не поймете это, ну, как бы отпустите. У вас агрессия возникающая, агрессия постоянно. Вот так. Давайте, сейчас мы посмотрим, потому что это надо осознать, но мы все-таки богатство. Тут он, смотрите, он может. Он действительно может даже терять по материалке. Человек может терять. У него может как-то не совсем складываться так, как нужно. Или он может зарыться до такой степени, уйти в такое, боже ж ты. Ну, если не будет понимания, то уйти на глубину. Я имею в виду, это даже не чувство. То есть, когда вот эти удовольствия жизни, он просто будет, ну, грубо говоря, все ниже, 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 ниже. Ну, как-то тоже человека не хочется это все озвучивать. Ему надо это переоценить. Это действительно
вопрос осознанки, почему боль, почему его действия, возможно, действия, слова или что там было, нанесли вам такой урон. А у вас вопрос принятия. Смотрите, вы, скорее всего, отторгаете что-то. Может быть, вопрос отторжения. Принятие, чтобы выйти на новый уровень. Может быть, потому что здесь идет, вы тянетесь, вы хотите это понимать, вы стремитесь, вам дано это понять. Но эта карта еще и гордости. Это вот вам надо осознать, может быть, принять человека с его принять. Боже, как сложно принять его поведение, принять, почему он так действует. Я не говорю о том, что принять жизнь такову, какой он ее выдает. Я пока не вижу, как он ее выдает. Я только вижу то, что у вас боль, у вас закончилась. Но то есть, что человек имеет право на свои ошибки, что он идет своим путем, что ему тоже надо понять, почему он вас ранит. То есть, ну вы идете как бы в более... Я бы сказала, у вас более цели в этом, не то что выше, более открыты. Вы горите, вы готовы гореть, скорее всего. Ну, тут да, тут есть вопрос желания, страсти, силы воли. Как-то так, вы этим даже оперируете, может быть. Вы можете, вы стойки в своем, вы даже когда вот у вас гнет, так сказать, вы все равно держите свой стержень, вы все равно как бы показываете эту силу воли, потому что вы тянетесь к этому солнышку, но вот эта загвоздочка у вас внутри, у вас злость, что это? Принятие, что это? Смотрите, чтобы вы не хотели, в принципе, чтобы он был наказан. Потому что наказывает только глаз, ну, как бы глаз Божий, понимаете? Не ищите как бы сами своими руками отместку. Лучше идите, открывайте свою божественную природу. А видите, у него материальный уровень. Реально открыть вот эту силу души, перестать ползать, тем более под землей. Этот червяк, понимаете, еще под землей. Я вам покажу, если вы не знаете. Тут у нас есть... Вот он. Этот хотя бы лазит по деревьям, понимаете, превращается, готовый уже превратиться в эту, ну, как бы в бабочку. А тут, видите, ну, такой. Он может быть и не особенно-то червяком, он может быть-то и большущей змеей, которая живет под деревом, понимаете, вот как-то так, грызет его корни, ага, питается такой энергией, тоже может проходить, ну, то есть по-разному, ну, как бы, ладно. Я просто хочу сказать, что каждая душа, каждый просто имеет свое место под солнцем. Стараться, желание, ну, я не вижу, как бы говорить, что вы убить его хотите, но эта карта очень большой злости. Ну, судя по всему, он вам очень больно сделал. Поэтому вам тут надо осознать, все равно вышел уже, но как-то так. Ладно, осознал ли, все-таки посмотрим. Потому что что вам тут смотрим, что вам надо осознать вам и вам. Ой, боже ж ты мой, как-то даже дух сперло, что ли, как-то очень. Что-то тут такое как-то не то, что некрасивое, какое-то такое не то, что обидное. И не могу даже определить вот так, чтобы это озвучить. Вот собака начала, и слышите, что творится. Эх.
Вот какое-то такое состояние. Давайте посмотрим, что это. Между вами колесо фортуны, сила. Ой, двойка монет. Тут, возможно, было не один раз уже прохождение какого-то, каких-то таких периодов, ситуаций, когда вы, может быть, встречались, расставались, мирились, сходились, ссорились, мирились, опять ссорились или как-то так. Тут, скорее всего, мужчина с его стороны, женщина-сила. Смотрите, его, если этот вопрос возвращения, его тут... Две позиции, может быть. Во-первых, что вы ему нравитесь все равно по силе, поэтому он как-то постоянно возвращается, и вы это, ну, как бы принимаете, вы это смотрите, ну, как бы на эту позицию. А с другой стороны, он тут, тут может быть вопрос двух стульев. И тут такое желание, ну, как бы... А что там впереди? Не хочу отпускать. Ему может просто напросто нравиться, ну, как бы, другие женщины. И вот этот вопрос двух стульев, он как бы, может быть, имеет он или вступал ли он в связи, или не вступал, это уже как бы может тут и второстепенный вопрос, тем более десятка мечей уже лежит у вас. Я имею в виду, что он может просто-напросто входить в такое понятие с... боясь потерять как будто бы свою свободную жизнь, выражаться свободно в любви, вот как-то так, ну, в эмоции. А что будет дальше? К примеру, у него может быть такое положение. Что между вами? Ну, давайте. Давайте мы... Тут где-то вы опять застряли в таком положении. И я уже сказала, что ему надо осознать, что он приносит своими действиями глубокую боль женщине, любой женщине. Карта сила – это, в принципе, женщина, которая, ну, как бы его усмиряет, а он готов, ну, как бы возлежать возле ее ног. Но, опять же, вопрос, почему возникает двойка? Двойка пентаклей. Или он не совсем до конца понимает, или воспринимает. Ну, или ну, какой урон он наносит. А с другой стороны, может быть, может правильная как бы позиция в том, что вам надо идти в новое. Ну, то есть люди пришли, сошлись в некой такой своей силе, когда женщина показывает мужчине свое проявление, ну, а мужчина тут, ну, как-то, скорее всего, должен понять божественную природу, все-таки божественную природу. Обрести крылья. Ладно, что вы думаете? Мне бы надо последить. Что вы думаете, что он думает? Что вы думаете? Что вы думаете о нем? Что он думает о вас? Как вы его видите? Как он видит вас? Ого! Ого! Вот это да. Ух, ладно, дайте-ка. У него башня. А сила? Как он вас видит? Так и сила он вас видит. А что думает башня? Ну, мы уже выходим в таком случае. Скорее всего, эти двое. Боже ж ты мой. Пришли друг дружку расшевелить. Вот уже при этих картах я могу говорить именно... Во-первых, у вас связь длинная, скорее всего. У вас связь длинная. Может быть, даже с других воплощений, которые вы время от времени...
Вот у вас есть эта связь. Связь во времени. Привязка, отработка. У вас есть это. Вы не один раз были, скорее всего, или друг друга учителем, или мужем и женой такие. За вами это тянется, и, скорее всего, вы эти, да, императрица, вы уроки эти как-то слабо проходите, может быть, даже двое или хотя бы один, потому что женщина, у женщины очень высокий прям порог познания, очень высокий, это... Умеренно здесь долгое время, как бы вы на этой позиции застреваете, что ли, застряли, может быть, на уровне жены, так сказать, пока застряли на уровне жены. Божественное время, понять божественное время, две птички. Осознать, что... Во-первых, что еще? Смотрите, девчонки, тут вам уж скажу. Божественное время. Осознать две птички. То есть, эта душа, этот человек, он... две птички, божественное время для вас. Ну, не то что, но это грубо сказать, никуда не денется. Понимаете, физическое воплощение, здесь физическое воплощение. Я не очень-то вас порадую, если скажу, ну ладно, не удастся вам в этом. Ну, то есть, скорее всего, всего ему, потому что вы тут идете впереди планеты вообще, как бы всей. Я бы даже так сказала, но это не очень порадует. Знаете, встретимся в следующей жизни. Жизни. Ну, может быть, есть у меня девчонки такие кадры, которых это порадует. Ну, я знаю просто по вашим комментам, которые вы пишете, тем более история, которую вы мне рассказываете, и не только в комментах. Да, кого-то это и порадует. Огорчение остается. Вам надо избавиться от этого огорчения. Девочки, тут в этом крючке... Тут, наверное, какую-то тему надо очень подумать. И подбросьте мне идейку, напишите мне о теме. Вот, ну, хотя просто тему, чтобы я... Потому что, судя по всему, тут именно... Можете вы открыть, можете вы осознать и развязать этот узел. Это, блин, бремя. Боже, извините за сленг, девочки. Но это бременем ложится у вас. Смотрите, время от времени вас это раздражает, вас это вгоняет даже в некую злость. Оно может быть. На мой вопрос, оно может быть. Может быть, понимаете? Ваше древо... Сейчас. Бесконечных. Сейчас. Бесконечных возможностей. Как-то так. То есть древо ваше познание. Знаете, познание добра и зла. Древо ваше. Оно постоянно перерождается. То есть пока вы не выполните эту задачу, вы будете оставаться в этом положении. Вы можете еще что, девочки. Если тут вы в этой жизни не сходились, как муж и жена, к примеру, опять же, не буду говорить, в каком положении вы, в каком положении он, я просто говорю о душах. Смотрите, вы при встрече могли почувствовать не то, что родную душу или еще как-то так, вот что-то близкое, знакомое, дежавю какое-то, видела, знала или что-то такое. Вы могли почувствовать, опять хочется сленг сказать, блин, девочки, вы могли почувствовать, это ваш муж, понимаете, вот ощущение такой физической реальности, а оно действительно так и есть. Вы, по-моему, тут даже не в родственных связях, просто родственных застревали. Вы застряли на судьбоносном моменте открытия, когда души выходят на уровень муж-жена. Соединение и вот эти прохождения, не как мать сына там прощает или еще что-то такое, знаете, а именно вот эти программки, которые надо проработать, как полноценные две энергии, которые... должны открыться в соединении друг дружки. Фух, вот как-то так.
По этому вопросу, скорее всего, так, а ну-ка, я все-таки хочу с вами до конца понять, вы на каком уровне осознавания? Вы осознали, вы осознаете, вы понимаете, кроме того, что вы идете вот через эти вопросы памяти, злости, вот то, что у вас там возникает, вы осознали, ну, это... Скорее всего. А вы в процессе? Вопрос ретрита. Вы в процессе. Вы работаете над собой, очень хорошо работаете. Я бы говорила, что вы даже не даете себе, даете или не даете спуску. Мне кажется, вы даже не даете себе шаг назад ступить. Ну, может быть, когда вы слишком сильно устаете. Но понимаете, что вы думаете, и что вы видите? Вы знаете, что это шанс, и вы знаете, что это ваш шанс, это ваше. Туз пентаклей, и как вы его видите, десятка пентаклей. Ну, это ваша семья. Опять же говорю, отбрасываем, если мы уж делаем анализ на таком уровне, вот эта физическая реальность, где кто может быть, она очень, ну как бы, она путается вот тут, когда я начинаю объяснять это все. Поэтому стараюсь не делать, но потом все равно не понимают. И я хочу объяснить, и выходит Путин, путаница. Вот как-то так. Вы видите, смотрите, женская энергия, как он вас видит, это самая лучшая карта, в принципе, ну, для женщины в глазах мужчины, ну, кроме императрицы, как, потому что он понимает, это его уже божественная энергия. А тут еще некая вопрос силы, женской силы, возле которой он действительно, ну, это магнетическое состояние, это эмоциональная природа. Это вот когда его, в принципе, притягивает и накрывает, он готов служить, он в хорошем понимании, я всегда говорю в хорошем понимании, если что-то в плохом, то тогда я даю сносочку. Он готов быть, он готов защищать, но он понял, что его это притягивает. Тут, то есть, скорее всего, должна была быть ситуация, по которой он притянулся к вам. Понял что-то, что-то невообразимое. Почему вы залезли в эту десятку мечей? Ну, это опять же вопрос другого расклада. Мы сейчас спрашиваем о том, что он понял или что он осознал, а не столь, почему вы туда как бы попали. Но он рассматривает это будущее. Да, он может бояться, что он думает. Башня полетела, все развалилось, вообще ничего не знаю, ничего не могу. Слушайте, тут еще может быть не особенно и плохие ситуации, не особенно, потому что если вдруг внешние какие-то причины, у нас по миру идут такие процессы, понимаете, что вот как землетрясение погнало, он тоже может думать, переживать, что происходит, где и каким образом. То есть ничего отбрасывать нельзя. Башня, она и есть башня. Башня может быть думать и о вопросах гордости, которая у вас таки выходила, и он тоже может подумывать. Он это может очень хорошо по королю мечей, очень хорошо считывать. Он очень хорошо понимает, может понимать, назовем это так, почему он притянулся к этой женщине. Потому что именно ее, ну, как бы самодостаточность или вот вопрос гордости, ну, может быть, и эго, знаете, вот как-то так. Ну, тут так, что этот вопрос гордости, ну, как бы, вот не такая, как все. Вот он мог за это зацепиться. А с другой стороны, вопрос эго может наблюдать. При том всем, он может тоже задаваться таким вопросом, что вы осознали, понимаете? Потому что он подумывает о вашем эго, что у вас корона-то большая. Помните, девчонки, корона, видите, которую... Я так не могу найти, пока мне не попадается. Только одна корона, которую я нашла, сколько там, месяц-два тому, я уже забыла со времени. Мы
мы все тогда смеялись, что я нашла его корону, нашего мальчика, как-то так. Ну вот, девчачья корона мне никак не попадается пока, ну как-то так. Где-то потеряли мои девочки корону, или, возможно, запрятали глубоко в свои сейфы, ну как-то так. Он может подумывать именно об этом, в сторону вас, что он думает, а с другой стороны, это может быть и вопросы его осознания, что его трясет, очень сильно трясет, что он теряет свое самообладание, или что у него земля из-под ног уходит, тоже как бы... Все это может быть. Он стабильности хочет, дома хочет, радости хочет. Слушайте, шестерка кубков. Родственная душа. Он хорошо слышит. Он тут вопрос, если что, то он домой хочет, может быть. Ему там было хорошо. Он это понимает. О чем? Если даже он вот это боится, что потеряю свою свободу, все равно его душа тянет его домой. Мысли мыслями, с его скакуны, куда он скачет с этими мыслями, а душа тянет домой. А с другой стороны, это может быть пространство женщины. Если у вас не было общего какого-то вот дома, это пространство. Ему возле этой женщины хорошо. То есть возле вас. Ему с вами хорошо общаться, быть, встречаться. Ну, то есть возле вас. Когда он общался, вот это пространство и было у него ощущением вот этого дома. Как-то так. Мог узнавать еще пространство дома, мог проходить через распознавание какое-то, через уровень души. Вот тут тоже как бы он мог не понимать, почему, что заставляет его обретать крылья, потому что это у него в осознанке, превратись в бабочку, вылези из-под земли, обрети эти крылья, ну как-то так, но это болезненный процесс, не может как бы гусеница превратиться в бабочку, не пройдя стадию кокона, понимаете, и он, скорее всего, мог уйти в стадию кокона, тем более, что... Болезненный процесс. У вас стадия. Вы как-то ему могли навеять эту стадию кокона. Может быть, как-то так. А ну-ка, все-таки он. Вопрос осознания. Что он осознал или не осознал? На каком он процессе? Осознал или не осознал? Ну и что, мальчик, что будет дальше? Что будет дальше? Птичка, там, ай-яй-яй-яй-яй. О, так хотя бы вы видите. Птичка, извините, надо было сразу свет дать. Видите, душа к душе. И одна душа – это соединение душ. Одна душа тянется к другой, и одна уже на ветке. И вот этот мир – это и есть ваша ветка. И вот тут у него эта бабочка, которая тоже тянется к этому дереву. Дерево опять у вас, понимание. Но смотрите, это воссоединение душ. Это душа, которая признала. То ли он в процессе, а ну-ка давайте еще. То ли он в процессе немножечко созревания. Судя по всему, он пока в процессе созревания. И душа на душе. Вопрос осени. Тут может проходить вопрос осени, сбора урожая. Это то, что... Подождите. Сакральная энергия женщины. У вас сакральные энергии были. Так, сейчас дайте мне подумать чуть-чуть. В
феминная энергия, ну, сакральная энергия женщины, его женщина. Вот тут меня интересует. Он вышел, скорее всего, вот это вопросы трансформации, перерождения, которые были запущены. Но почему именно через дуальность? Какую дуальность? Все-таки, так, я хочу. Ладно, здесь то, что прошло. Тут был какой-то процесс, ну, созревание, ну, как бы, это когда что-то разрастается, что-то, ну, боже, умножается, ну, сбільшується. И... Вот это меня немножечко сбивает. Сейчас я не могу уловить. Поэтому, ну, кто не знает, кому надо побыстрее, кнопочка есть, нажмите и ускоряйте себе видео. Мне надо подумать. Мне надо подумать, почему? Что-то меня здесь тревожит, я не могу понять до конца. Почему через дуальность? Почему через дуальность? Интеграция. Прошлое, настоящее, будущее, дуальности. Все равно, почему белая, белая душа, ну, то есть чистая душа, и тут как бы открытие этой души. Надо воспринять, надо душа. Что здесь происходит? То ли он слышит с... совершенно действительно с уровня души и не понимает, может быть, и не понимает, что происходит, но при этом, при этих силах он проходит трансформацию. Эти силы женской энергии его и открывают. Уровень открытия. Смотрите, в принципе, пока все равно до конца, то ли вот эти мои расклады, которые я делаю на женском, с уровня души и с уровня личности, они очень серьезно сюда подходят, когда душа женская, ну, в принципе, это работа на уровне, на совершенно другом уровне. И на этом уровне мужчина может принимать, ну, одно за другое, но здесь именно сакральная женская энергия. Здесь здесь не будет просто восприятия как бы самой как божественной матери. Здесь явное ощущение влечения. Влечение. Карта медленно, но уверенно, он продвигается, он осознает это. Мне просто вот это до конца не могу уловить пока. Это 100 кубков. Наполнение. Слушайте, он открывает таки чашу любви, но это через опять через жертвенный процесс императора, через жертвенный процесс, ну как бы первопричины. Через свою императорскую суть. Ну, то есть там, где соединено все, все его качества, как короля мечей, как короля кубков, короля... Ну, то есть огонь, воздух, вода, земля. Все проявленные качества, которые требуются от него, скорее всего, чтобы он... открыл, осознал королева жезла. Вы в нем, это вы в нем зажигаете все-таки такую искру. Вы знаете что? Судя по всему, пока я остановлюсь на той мысли, что он здесь задается вопросом.
вашей женской силе. Почему его именно так тянет к вам? И вот тут та дуальность таки выходит. Кто вы в конце-то концов? Может быть, он бы и хотел вести какую-то жизнь, такую, как он и вел. Но ему не удается. Ему не удается, потому что все равно остается тот вопрос, что его очень сильно тянет именно к вам. И это притяжение, может быть, здесь вопрос, что он именно думает о том, что в этой карте, сейчас, минутку, о том, что будет в будущем, как бы, что его чувство именно к вам, даже пусть оно такое наполняющее лично его, но это, скорее всего, что будет в будущем. Тут может быть тогда еще вопрос о том, что, ну, как бы дать знать, написать. Ну, тут не то, что... Ну, тут как-то материально более... Борьба, император. Слушайте, он пока... И королева кубка, он пока соревнуется сам с собой. Он соревнуется сам с собой в отношении чувства к вам. В отношении чувства именно к вам. Женщина, которая его зажгла, и, может быть, он не понимает, что в нем разрастается или открывается это, ну, как бы, праведное чувство. Давайте посмотрим еще его чувства, и все. Буду закругляться, потому что там еще будет видео для вас. Так, ваши чувства к нему на данный момент. Вы таки работаете над собой, паш мечей, вы рассматриваете, у вас выставлены границы, эти границы стабильны, нерушимы, долгое, может быть, какое-то время, может, вы даже и не хотите, чтобы, ну, боль она работает. И тут вопрос, который вы рассматриваете, королева пентаклей, вы, во-первых, у вас вопрос вы, вашей ценности, насколько вы понимаете свою ценность, он понимает вашу ценность, вот вообще вопрос детей может тоже проходить как-то так, но здесь вопрос границ и вопрос анализа вот идет. Каждодневный монотонный труд, вы прям зарылись в этом все. Его чувства к вам. Ух ты, такие карты смерти. Он думает. Он думает, что или у него нету чувств, ну, опять же, не о чувствах, может быть, о страсти, что его влечет, что это такое, может ли это быть чувство или это просто влечение, но тут ему не дает спокойствия, эта карта все равно, десятка мечей, тут карта смерть так и вышла, тут что-то из прошлого, которое постоянно поднимается, чувство может быть еще что-то в прошлом, может и были некие чувства, но которые разлетелись, он сказал себе ни в какую. Опять же, мы туда не очень, ну, как бы, не глубоко, как бы, туда идем вглубь в ваших отношений. Я имею в виду, что было в прошлом. Тут вопрос в том, что вопрос трансформации, это раз, но если брать, то если эти были чувства, то они в прошлом. Вообще, что происходит? У него ощущение, что происходит. Вроде у меня уже ничего нет, вроде я отпустил, вроде я забыл, может такое быть. А тут ему постоянно что-то напоминает о вас. Это могут быть некие знаки, опять же, его души, его стремление к вам, его желание. Ну или тут может что-то и напоминать о том, к примеру, что, ну вот как ваш образ. Ваш голос, кто-то пошел, ваша походка, ну, к примеру, как приблизительно, как вы одеваетесь, или какие-то вещи, которые напоминают, вот у вас что-то такое было, такая же сумочка, и он там оглянулся. Вот как бы, знаете, постоянные зацепки. По восьмерке жезлов это что-то постоянно, его триггерная точка какая-то есть. И не одна, скорее всего, которая его триггерит по...
вашему состоянию, и это его душа, так работает будущая звезда, его чувство к вам, можно сказать, он, ну, завис в этом положении, судьба, боже, старшие арканы. Он старается, смотрите, этот человек думает о том, что у него нет чувств, или чувства остыли, или чувства ушли, или никогда не было, что есть некая холодность, ну, может еще думать, ну, да, она хороша собой, красиво, ну, да, мне, может быть, по страсти она подходит, или еще как-то так, но, скорее всего, он сам не осознает того, что его тянет, и какая зацепка, где он завис, где у него крючок, а крючок, я вам уже эту линию рассказала, он должен сам как бы это все раскопать, открыть, и тут вторые, ну как бы вторые ворота, вторая возможность идет по чувствам к вам. Тройка кубков, семерка кубков, но это распознавание, король пентаклей, королева пентаклей, держите, все, это конечный результат. Выйдете ли вы? Еще раз говорю, это мало кого радует, но я все-таки это говорю с позиции энергии. Выйдете ли вы в этой жизни, все-таки в этом воплощении, но это королева и король пентаклей, это ваша жизнь. Да, кто-то правильно разделяет, вот если ну, обычный бытовой вопрос, и это муж-жена, которые, ну, разругались, еще что-то сделали такое непонятное между чем и чем, потому что, или кем и кем, потому что десятка мечей там затесалась между вами. У него поворотный момент, он должен осознать свое развитие, сделать, может быть, и выбор, поставить окончательную точку какую-то, или уйти от иллюзорного пространства, тут судьба как бы поворачивает все это дело. Ему, ну, может быть, как это, под носом поставит что-то. Ну, говорю, тут его триггерит сама судьба. Ух ты ж! Феминные, маскулинные энергии. Теперь сексуальная энергия. Подождите, это сексуальная энергия. А ну-ка. Потому что это было там на женских энергиях. У его, скорее всего, этот вопрос и триггерит. О, мигает свет. Давно не было, не мигал. Может быть, что он понимает, что такого влечения, как к вам, ну, как бы не, больше у него не возникает. Может, и возникают какие-то там влечения, как у мужчины. Он же не умер, он же жив, но все не так. Все не то. Ну, исцелить. Это уровень исцеления все-таки, исцеляющая энергия. О, уровень исцеления, такие сакральные энергия, выйти из дуальности. Он таки попал в ловушку дуальности, и он должен найти, да, извините, но он должен. Тут, скорее всего, не вопрос к вам, вы и так роетесь, как это самое. Тут он должен найти дорожку к дому, видите? Дорожка к дому. Видите, какая красивая карта. Вот такой лабиринт. Дорожка к дому через дуальность в сакральной энергии. Угу. Ну и что я? Ну, для кого-то это, ну, это как воскрешение, это подъем энергии, воспрять, подняться, поднять свою душу на новый уровень, но это как воскреснуть. Может, для кого-то, ну, в принципе, дорожку к дому дойдет, но я все-таки не буду обозначать праздник воскрешения, но
Может, будут именно энергии пойдут более сильные, как бы в помощь ему. Девочки, тут опять вопрос вот этот. Так, а ну-ка, почему показали? Почему? Возможности, сила преодолеть, принять. Креативить. Как тут креативить по принятию этих бесконечных возможностей? Слушайте, тут то ли, девчонки, эта карта падала на вас, эта карта злости, ну как-то так, ужалить. Может, перестаньте его жалить или перестаньте все-таки, у вас где-то там есть какой-то крючок. Этот крючок не дает ему, понимаете, вы в этом, и он где-то там болтается на этом. Эта энергия срабатывает, он с этого не может спрыгнуть, он не может через эту энергию как бы побороть, пройти. Реально отпустите. Но здесь креативный подход, какая-то такая радость, свобода, дружба, праздник. Опять же, праздник может быть в этом, ну как бы говорится о празднике. Может, творчество будет у вас именно, может быть, вот так. Творчество в отсоединении от сложных. От сложных процессов. Вопрос обучения, вложения, обучения. Может, действительно, чем-то займитесь таким творческим. Ему дайте возможность взрослеть. Ну, идет воскрешение такое. Все, я думаю, достаточно. Ой, потому что мне еще надо. Боже ж ты мой. Ладно, девочки, все, пока-пока, мальчики тоже, потому что это же надо еще и выложить, и чтобы YouTube успел это все обработать. Ну, смотрите, кто досмотрел, если. Может быть, будет так. Сейчас посмотрю. Как это все успеется сделать? Я думала, минут 30, максимум 40. А, по сути, так не вышло. Вот, часик. А, часик это уже длинное видео. И как справиться с этой загрузкой и с обработкой YouTube, я пока сказать не могу. Но надеюсь, что видео будет еще сегодня. Все. Пока-пока. Я вас люблю. И спасибо вам за то, что вы у меня есть. Спасибо за лайки, за донаты, за комменты. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, за подписки тоже. Пока-пока.